Во-первых, всем вам, кто приехали, поддержали соревнования. Друзья, очень отрадно, что на данных мероприятиях, спортивных мероприятиях, у нас приезжают гости с Янаула, Калтасинского, Бураевского, Янаульского района, Сбирска, с Удмуртии очень много. Это очень отрадно, такое место притяжения и заслуга этому всему, конечно, таким людям, как Валерий Васильевич. Это золотой человек, который заряжает все энергетики. Буквально, я не знаю, его знает вся Россия. Я горжусь этим, то, что вот я лично его знаю, и вы знаете. И с каждым разом мы замечаем, что вот эти мероприятия проходят. Начинали просто там со скамеечки, со столика. И смотрите, вот какие призы, какие кубки. Это вот он старается вот помочь, показать. И увидели, чтобы все, насколько это серьезно. Сегодня сильнейший победитель получит грамоты. Это грамота и заслуга, ну, всех вас вот здесь присутствующих. Есть именитые вот здесь, очень приятно, и заслуженные мастера, и мастера спорта, и участники больших казанских пробегов, марафонов, и уфимский международный марафон прошел. Но вот эти вот года, я занимаюсь третий год бегом, и я вот удивляюсь, центр притяжения Нефтекамск, родной Нефтекамск, притягивает столько спортсменов. Пусть будет нас больше. Мы будем развивать этот вид спорта, мы будем притягивать больше людей, больше массы, активных, позитивных, заряженных людей. Спорт объединяет всех. Да будет спорт. Валерий Васильевич, вам огромное спасибо. Вы наш энерджайзер.
Заслуженная победа. Молодец. Yeah.